слезы еле держу. Плачу на тех, но я плачу на тех, на стыле со мной. Слезы льются на рейве. Плачу на тех, плачу на тех, но я плачу на тех, на стыле со мной. Слезы льются на рейве. Плачу на тех, но я плачу на тех, на стыле со мной. Слезы льются на рейве. Плачу на тех, я плачу на тех. Какие крутые балконы у студентов Сибирского федерального университета. Видимо, это все в их шикарных общежитиях было снято. Ну или дома. Сейчас все подробности узнаем. Давайте напомним нашим телезрителям, что вот этот популярный ролик «Плачу на техно», когда все снимают какие-то видео на балконе, запустили челлендж. Но самые первые не только в нашем городе, но и во всей нашей большой необъятной стране, оказывается, были студенты Сибирского федерального университета. И сейчас о запуске этого челленджа нам расскажет, собственно говоря, его инициатор, директор Центра студенческой культуры СФУ Дмитрий Баталов. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Красноярск. Новое утро всем. Так, скажите, пожалуйста, ну как вообще у вас родилась идея запуска этого челленджа и откуда у вас этот костюм тигра? Костюм тигра — слишком долгая история, не особо интересная, а идея челленджа была такая, что как только увидел клип «Крем-соды», сразу понял, что он станет вирусным. Ну и, естественно, стало понятно, что надо что-то придумать, тем более, раз у нас теперь вся жизнь ушла в онлайн. Ну и вторая причина — это то, что вся страна знает танцующего пухлого из «Little Big». И не знаю, да, такого же танцующего пухлого из Красноярска, поэтому теперь его знает много десятков тысяч человек. Всем спасибо. Дима, это очень круто. А скажи, пожалуйста, вот говорят, что вы успели запустить челлендж раньше, чем это сделал сам Саша Гудков. Это действительно так? Да, это так совпало очень интересно, потому что мы успели это сделать за 7 часов до «Крем-соды» самой и до Гудкова. Вот, то есть совпало так удачно. Мы только поняли, что надо брать в это время самое быстрое действие. Дим, а расскажите, пожалуйста, кто все эти люди на балконах? Особенно меня интересует парочка в очень таких экстравагантных костюмах. Изначально челлендж приняли и поддержали студенты Сибирского федерального. В первые дни это были в основном они, потом поддержали и сотрудники, и преподаватели, и постепенно уже разошлось на простых горожан. Вот присылают люди, просто жители видео, и уже челлендж дошел до Екатеринбурга и до Челябинска, и возможно, еще пойдет дальше. Слушайте, круто, челлендж шагает по стране. Но вы сказали, Дмитрий, что поддержали не только студенты, но и преподаватели, сотрудники. Ректор уже снял подобное видео на своем балконе, я надеюсь. Ну, если снимет, то будет круто. Если не снимет, то, ну, это же ректор, мы не будем спорить, наверное. Ну, тоже верно, в общем-то. Вот это вот движение, которое делает Дмитрий в начале, ну, оно, видимо, наверное, с клипа, да, вот где, как вот? Нет, мне кажется, это фирменное движение Дмитрия. Дим, это вы сами, это ваше? Я бы не сказал, что это фирменное, это единственное возможное мое движение, скорее всего. А слушайте, Дима, а у вас есть возможность как-то телефон немножко поставить, чтобы не держать в руках? И вы бы нам буквально пару движений, мы бы за вами поповторили. Это было просто круто, что я подумала, что... Мастер-класс нам дайте, Дмитрий, пожалуйста. Было бы неплохо вот так же научиться, хотя бы чуть-чуть, да. Женя на самоизоляции каждый день учится чему-то новому. Сегодня это хореография. Так. Для этого надо... Во-первых, чтобы освоить эту технику, нужно надеть такие очки. Так, уже минус. Второе, значит, берем ручку вот так вот. Так, и давай. Бабочку делаем. И бабочку. Я не понимаю вообще изначально, как делается. Это как будто моешь руки, да, Дима? Вот. Так. Будто моешь руки, только не всю ладонь, а вот только в основание. Ага. Да, и вот так поехали. Ага. И вот так поставили. И вращаем. Есть? Так. Теперь добавляем чуть-чуть покачивания в ногах. Ага. Еще и ноги подключаем. И совмещаем. Дмитрий, давайте. Хорошо. У меня, кажется, получается. Дмитрий, а вы закончили какой институт в СФУ? Есть там институт хореографии?
Институт культуры и творчества. И вот так я расшифровывал обычно. Ага, Институт космических информационных технологий. А еще вот это вот дальше, когда вот там вот когда как-то вы падаете вот так в голову, клипе. За, нет, руку как-то вот так за голову, там дальше еще какой-то был такой фрагмент, да. Ну, это элемент называется «Очень плохой вогут». Это, значит, заворот. Так. И объединяем с тектоником. А, вот тут надо. Ну, здесь борода нужна, Жень. И совмещаем. Так. Бабочка. 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 Заворот. Заворот. Тектоник. Тектоник. Вывод. И в бок. Чего только не умеют студенты и сотрудники Сибирского федерального университета. Заворот. Чего-то там, вывод и в бок. У тебя получается. Отметь сегодня, пожалуйста, Дмитрия Баталова в Инстаграме, когда будем делать на своих историях. Я буду повторять. Дима, скажи, какие следующие вирусные челленджи, ролики у вас в планах? Ну, говорить слово «вирусные» в наши дни не особо модно, наверное. Опасно, да. В принципе, какие-то явно новые ролики, новые идеи у нас появятся, потому что... Ну, раз мы теперь все в интернете, то надо его активно поддерживать. Это будет круто. Ну и последний вопрос. Вот сейчас что видно с вашего балкона? Как там, людей на улицах много или все соблюдают режим самоизоляции? На балконе... Так, ну, отвратительно на улице, конечно, но в целом машин не очень много. Значит, большинство сидят дома, ведь лучше дома из ТВК.